хули, блядь. Даже можете не быстренько, можете, блядь, долго, блядь. Это у нас, блядь, шаманы, блядь, имбецилы, блядь. Давай, шевелись, Каперсивен, блядь. Каперсивен, Рачина, блядь. Серьезно, это был бы Кик ЧС и привет маме. Миша, мы ваши два двоисти. Ну ебаный по голове, блядь. Давайте, ну кто там стал, этот Артефекс? Напиши, блин, маму твою целовал. Привет передавал, блядь, в кино водил, блядь. Давай, давай держу, блядь, бей босса, блядь. Все, Вова, до свидос, блядь. Пусты прошли, завяли помидоры, блядь. Этот наркобро, ты сейчас, сука, заплюешь Меликов, я тебя разобью, ебало. Я вообще вот сейчас могу оставить этого босса и пойти себя вкашить. Вообще, блядь, ух, кто сорвет агро, блядь. Да там Вова, блядь. Вове даже мамки не помогут, там, блядь, уже ничего не поможет, блядь. Даже если Деспират помолится, блядь. Убегайте от лужи, вот там маги, in the lols, блядь, я тебя узнаю с миллиона, блядь. Не рольте то, что вам не надо, блядь. Слышите, блядь? Парапеты, блядь. Компульсивный парапет. РК, значит, не вылетел, значит, тупо АФК. Думает, приду, прожму тучку, блядь, хуй, кто спалит. Компульсивен, понятно, блядь. Сейчас его кикну с рейда, доберу кого-то нормального, блядь. Кто будет бить босса, не будет авкашить. Нахуй мне такое надо, блядь. В рейде, блядь. Вышел, скажет, интернет вылетел, блядь, я на эту хуйню не поведусь. Скажет интернет, отвечаю, кикну его сразу с рейда за то, что только хотел наебать. Стоп, ДД, стоп, ДД, стоп, ДД, все, стоп, ДД, не бить босса, стоп, ДД, не бейте босса, тупые, сука. Вот ШП тянет, кто? Каперсивен, анрол. Сал, блядь, бутылку и под стол, блядь.
нужно подойти поближе. Сейчас.
активировать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Я не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Это заклинание. Yeah.
веселье! Ответы тут. Я чувствую это. Теперь будьте внимательны. Не успейте глазом моргнуть, как... Предупреждение. Форма жизни не распознана. Обработка архива прекращена. Последующее вмешательство приведет к нацеленному противодействию. У нас могут возникнуть небольшие затруднения. Обнаружено вторжение в систему. Приоритетность работ по анализу исторических архивов понижена. Ответные меры инициированы. Ага, значит, играем по-крупному, а? Обожаю такие игры. Пока
Стирание памяти? Я так понимаю! Вот это должно быть! Исторических данных завершено. Изначально земельники были созданы для... Ага, я знаю, что земельники были созданы из камня для работы над дальними уголками мира. А что за отклонение? Матрица не стабилизировалась или что? Считывание. На ранних стадиях цикла развития Азерот был заражен паразитическими некрофатическими симбионтами. Будет захвачена. Вы ничего не измените. Thank you.
Какие хранители? Определение. Эзир и Ванир. Или, согласно общепринятой классификации, Великан Бури и Великан Земли. Страж Локин избран главным куратором. Драконы назначены для контроля за развитием жизни на Азероте. Эзир и Ванир. Так, значит, кузня воли начала производство новых земельников. Но что случилось со старыми? Найдена дополнительная информация, соответствующая вашему запросу. Вследствие глобальной войны между Эзиром и Ваниром... Так! Эзир и Ванир стали воевать! Почему? Ответ неизвестен. Имеющиеся данные предполагают, что инициатором глобальной войны был главный куратор Локин, который нейтрализовал Эзира и Ванира, что повлияло на завершение конфликта. После этого главный куратор Локин инициировал приостановку жизнедеятельности нескольких изначальных рас, включая земельников, великанов и гигантов, на специальных консервационных объектах. Похоже, этот Локин мерзкий тип. Я рад, что нам больше не придется беспокоиться подобных ему. Итак, если я правильно тебя понял, первые земельники в конце концов очнулись от своей спячки, но к тому времени дестабилизировали что-то там, уже превратил их в нынешних дворфов, или как минимум в предков дворфов. В основном это верно. Да уж, столько всего узнать за раз. Мне понадобится какое-то время, чтобы это понять. Спасибо. Принято, Бран-Бранзор. Сеанс завершен. Куча забытых знаний находится на расстоянии вытянутой руки. Все ответы тут. Я чувствую это. Я всегда в гуще событий. Любознательный ум всегда жаждет познания. Привет. Всего хорошего. Thank you.
Ярости недостаточно. Thank you.
не сейчас. Стене достаточно. Поближе. Не сейчас. Thank you.
сейчас. Ярости недостаточно. Я не могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Я сделала, как ты велел, и теперь молю тебя о благословении. Твоя жертва является лучшим подтверждением твоей преданности. Воистину ты достойна этой ноши. Восстань! Отныне и во веки веков ты будешь известна как слава.
наших непрошенных гостей. Я с радостью уничтожу их во имя тебя. Ну что ж, враги плети, я покажу вам всю силу короля Лича. Я накопощу Thank you.
что за недоноски осмелились вторгнуться сюда? Поживей, братья мои, угощение тому, кто принесет мне их головы! Малышка, беги! Я пока не могу прочитать это заклинание. Беги, малышка, беги!
Что за недоноски осмелились вторгнуться сюда? Поживей, братья мои, угощение тому, кто принесет мне их головы! Ваши трупы, 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 ваши труп